В Астане сейчас стартует 10-й саммит Организации тюркских государств. Он проходит под девизом «Тюркская эра». Наряду с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в его работе участие принимают главы Турции, Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана. Все, что происходит на полях саммита, транслируется в Казмедиа-центре, где работает пресс-центр для журналистов. Там находится моя коллега Ботагоз Базарбаева. Ботагоз, вам слово. Здравствуйте, Диана. В пресс-центре сейчас начнется трансляция Сакурды. Здесь аккредитовано свыше 60 журналистов. Для их работы созданы все условия, обеспечен доступ в интернет. Если говорить о самом саммите, ожидается, что сегодня будет подписан Астанинский акт и итоговая Астанинская декларация. Главы государств обсудят и примут решения в сфере экономики, торговли, финансов, таможни, образования, культуры и туризма. Участники саммита также планируют обсудить создание общего механизма гражданской защиты в сфере в случае стихийных бедствий, к примеру, землетрясений. Ожидается, что в рамках форума будет подписан ряд многосторонних документов в области ЧС, в области метрологии, а также совместный план действий в реализации программы транспортного сообщения ОТГ. Подробнее о работе форума мы, наверное, сможем рассказать уже в следующих выпусках. Пока у меня на этом все. Диана, слово вам. Спасибо, Ботагоз. Напомню, с нами на связи была наш корреспондент Ботагоз Базарбаева.